сегодня я расскажу о движении «Бессмертный полк». Это движение было инициировано в 2011 году в городе Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Игорем Дмитриевым и Сергеем Коловаткиным. Они обратили внимание, что все меньше и меньше ветеранов принимают участие в уличных шествиях в День Победы и решили восстановить справедливость. Герои, явившие свободу страны, должны видеть праздник, пусть даже с фотографией. Организаторы опирались на стихийно возникшую еще в советское время традицию, когда люди приносили фото своих родственников к мемориалам павших. Так в далеком 1965 году учащиеся Новосибирской школы номер 121 прошли по улицам города с фотографиями ветеранов. В Пермском крае в 1985 году жены и дочери солдат пронесли по улицам Соликамска портреты своих родных и близких. Подобные акции, но под иными названиями, проходили в 2004-2006 годах в городах Новокузнецке и Прокопьевске. В 2010 году шествие «Герои Победы, наши прадеды и деды» впервые прошло на Поклонной горе, в котором приняло участие свыше 2000 человек. Уже в мае 2012 года по улицам Томска прошла акция. В ней приняло участие более 6000 человек. И с каждым годом количество участников увеличивается. В 2013 году, когда колонна людей с портретами прошла по Поклонной горе в составе общего шествия Героев Победы, движение получило название «Бессмертный полк». Николай Земцов вместе с заслуженным артистом Советского Союза Василием Лановым возглавили это шествие, в котором приняло участие свыше 1000 человек. А в 2014 году там же собралось уже более 40 000 участников. Сегодня «Бессмертный полк» собирает под своими знаменами уже сотни тысяч человек. От Калининграда до Владивостока, в том числе и многие зарубежные страны, такие как США, Германия, Израиль, Австралия, Австрия, Польша, Чехия. Со временем был создан и устав полка, в котором сформулированы принципы движения, как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы. На официальном сайте «Бессмертного полка» потомки ветеранов вносят свои семейные истории. В 2015 году было вписано более 250 тысяч историй. Уже в 2016 – 350 тысяч. В летопись вносят истории тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, в тылу врага, был узником концентрационных лагерей детей войны. Эту уникальную базу данных создают непосредственно сами потомки поколения победителей. У каждой истории есть автор. За каждой историей стоит семья. Идет время, и информация стирается из памяти людей. Идея бессмертия вообще главное у человечества. Не в наших силах призвать души наших близких встать с нами в один строй. Но мы можем не забывать их. Я знаю по книгам и фильмам, что страшная была война, и что победить фашистов объединилась наша страна.
По рассказам родных я знаю, что прадедушка мой воевал. На фронт был зачислен шофером, в передрягах разных бывал. 4 года провел он за баранкой, полуторки марки ГАЗ. И хоть по врагу не стрелял он, был сам под обстрелом не раз. На фронте разные грузы прадедушка развозил. Машину свою потихоньку не раз спаси он просил. Он пушки возил и снаряды, и ранены с передовой. Был награжден медалями. Прадедушка, я горжусь тобой. Весь ужас войны он видел из кабины машины своей. От Кавказа до Будапешта к победе доехал до ней. Весь я живым не застала прадеда, но память о нем берегу. Вместе с ним на параде победы бессмертным полку я пройду. В этом году акция, объединяющая миллионы, «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Из созданной базы данных фотографий героев Великой Отечественной войны. Старт акции будет дан на Дальнем Востоке в 11 часов. Затем в то же время по местному ее начнут передавать и другие регионы. Это самое малое, что мы можем сделать в память о наших близких, которые многие ценой своей жизни спасли человечество от коричневой чумы, фашизма. Помните их. Течет река бессмертного полка, по улицам, проспектам, по стране шагают в ряд с портретами в руках потомки победителей в войне. На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небесах, шагают предки с нами, как живые. Течет река бессмертного полка, течет река бессмертного полка, течет река, и нет конца колоннам. Шагает в ряд и маршал, и солдат. Из фотографий лица, как с иконы, не закрывая глаз, на нас глядят. Шагают с нами смертью, смерть поправ, как в 41-м мир прикрыв собою. И наша жизнь не кончится пока. Течет река бессмертного полка, течет река бессмертного полка. Чтоб мир спасенный не забыл героев, идет, сорвав забвенья тишину. Проходит вечность, полк бессмертный строем, идет опять сражаться за страну. Погибших души с нашими сливаясь, волной скипают прямо в облаках. Своих потомках снова возрождаясь, течет река бессмертного полка, течет река